Привет всем, вы на канале без Дмитрия Рошенко. Сегодня у нас вопрос публичный. Это шум митинга в связи с пролетом самолетов из Шереметьево и в Шереметьево, а именно при взлете и посадке на территории митинга в Красногорском, Бородино и даже в Чистюхе. Этот шум возник где-то с весны 2019 года, то есть затронул районы Митина в связи с изменением траектории полета. Вчера с клиентом померили в районе Митина, значит, шум, превышая где-то на 30% установленную норму. И в связи с этим возникает вопрос к вам. Мешает ли вам данный пролет самолетов, мешает ли вам шум, беспокоит ли он вас, ваших близких, родных, знакомых, далее пишите в комментариях. Либо же, если вам не мешает, то также укажите для того, чтобы понять общую динамику данного вопроса. То есть затрагивает ли он это большинство жителей района Митина, Красногорска, Куркино, Химок, либо же он в большей степени никого не беспокоит. Спасибо, что посмотрели данное видео, ответили на вопросы в комментариях, написали ваши пожелания, ваше мнение. Всего доброго, счастливо.